Автобус проехал, протолкнул все. Все начали по автобусу стрелять. Быстрее. А ты где вообще? Все, я выхожу. Они там что-то покупают. Вау! Нифига! Тут вообще разборки какие-то. Слушай, в натуре это тот чувак, который нам продавал. Ну, он мне говорит, что типа не может продать игрокам. Типа админ скажет, что пока не продается. Офигеть. А ты что, LP пишешь? Да, Little Pony. Little Pony. Клаудиан. Клаудиан. Мы теперь крутые крутые пацаны, у меня есть пистолет, автомат. Пушки. Смотри, как классно смотрюсь. Вообще. Ну-ка, дай за фото. Я ганста, бич. Дай за фото. Ты доставай свой фотоаппарат, у тебя же даже был. Во, ну-ка, попозируй. Нас снимают. Больше страсти. Вот так вот, давай. Колесо поверни еще в бок так. О, ну вообще. Ой, еще с тобой негр, нигер такой стоит. Ну ёпта. Да, покажи сучку, покажи тигра. Ох, ну нифига себе. Просто секс. Просто я не знаю. А теперь фары выключу. Да, а теперь давай. Включу. А теперь выключу. Ой, он как будто поцеловал тебя, а ну давай все. Теперь вот так вот смотри, вот с этим. Вот на месте. С дымом давай. Давай. Вот такой ганста с дымом такой. О, я ганста. Во-во-во, вот так вот. Нормально вообще. Стой, что опять? Так, во, это сюда. Все отлично. Все, погнали куда-нибудь. Нормально мы закупились так-то? Сейчас, наконец-то. Так, слушай, смотри, он в папу переоделся. Может, пойдем одежду посмотрим? Смотри, я вижу. Смотри на байке. Эй, телочки! Хотя нам одежда-то, по сути, не нужна, я не знаю. Я смотри, типа шкуры. Да ладно, поехали. Открыть GPS. Вы убрали метку GPS. Дай, блин. Пошли попухаем, тут ресторан есть. Вот, смотри. Поехали, вон, сзади. Купили пушки, завели себе шкуру. Купили себе байки, как настоящие пацаны. Теперь можно и побухать. Эй, ресторан, ёпта! Что, там никого владельца нету. Надо, может, купить? У меня 113 тысяч осталось. Ну нафиг, я ничего покупать не буду больше. А, открыть свой инвентарь. Что у нас тут есть? А у меня, кстати, водка в кармане есть. Не поверишь, но я с собой таскаю водяру. Я в виски возьму за 80 баксов. Жахну сейчас. Так, Вискарики. Я пиво лайм пью. Оно же невкусное. Вы использовали виски. Я просто смотри, я сквозь голову. Смотри, оп. Ты себя втыкаешь в глаз. Да. Как правильно пить пиво? Хоп, сквозь глаз. Смотри, водяру как надо хлестать. Оп. Как настоящие пацаны. Ну, я понял, я же не нажал на кнопку. Там надо же Там юз надо нажать из инвентаря. А потом пить. А я уже профукал. И потом юз. Ну, в смысле, ты покупаешь, и потом нажимаешь в инвентаре и нажимаешь юз. О, я сейчас голову заливаю, смотри. И смотри, шкуру танцует. Шкуру танцует. Китайская, почему шкура, смотри. Смотри, она такая маленькая японская девочка. О, нифига, смотри, как она может, а. Я все заливаю. Она к тебе ползет, смотри. О, Коля! О, Колян! Просто, кого-то сегодня будет ки. Мне вискарь жизни восполняет, прикидываешь? Ну так это что животворящий вискарик-то делает? Ты представляешь? Ты бухаешь, у тебя жизнь восстанавливается. Круто. Что? Слушай, ну мне не очень нравится смотреть на нигера, который танцует. На тебе пиво! Получи. Все, понеслось, да? Давай по бару. О, на бутылки можно сбивать, кстати. Оп. 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 На бару. Все разнесем нахер. О, кого-то психи. Так, надо купить с собой одну водяру и... Так, поехать. Заряжаться только через юз, что ли, получается? Я не знаю, наверное. Ну, хотя, ну там они как бесконечные же, типа, идут. Ну да, перезаряжаться через юз. А, то есть их нужно вставлять, поэтому можно сколько хочешь вставлять. Да, ты туда прям дофига вставляешь, я дофига патронов покупал, там понаставлял, пока они потом есть. Вставлял. Да, и теперь можно юзать. Только сейчас куда отправимся, я не знаю. Сейчас я поюзаю, мне нужно... Вот GPS, работа. Блин, может работу какую-нибудь устроим? Шахта, ферма. Поехали в таксопарк. Автобусный. Я хотел побомбить. Давай побомбим. Ты по 300 баксов дерут там.
Вообще хер. Таксопарк, поехали. Ставим, поехали, я сдавай. Он там банда, видишь, как зеленая катается? Да-да-да, но это те же там тусы. Давай посмотрим, подожди, что там? Рамсы, рамсы. Все нормально, пацаны, а? Знаю, что-то трутся тут, я не знаю. Задний ход сделали, уехали. Зачем гандон надел на голову? Ну, блин, это нечестно. Это обычно до трех свистков там делается. Гандон. Это не гандон, такая шапка в скине была, я не виноват. Ну все, поехали. Мы уехали на этот? Да, мы уехали на этот. Поехали, короче, куда нам надо. О, нифига, он с калашом целится. Леон Милк. Подожди, кота поглажу. Че? Ты киску там гладишь кому-то, что ли? Да. Свою киску гладишь. Вот так вот. Ты куда? Среди серии кисок гладит. Ну, который на мотоцикле. Да. Сзади сидит. Не, слушай, наверху делать вообще нечего. Я тебя не вижу, подожди, ты где? Я наверху. В ком ты вверху? Я не знаю, вот здесь наверху. Поехали в город. Ну, я стою, жду тебя, ты куда? А не туда поехал, что ли? Ты не туда поехал, или туда? А ты рядом с... А, да, туда, все, поехали. А ты задолбал, туда, не туда? Да, я не видел где-то. У меня ограничитель скорости стоит. Он тебя преследует. А что, не ты за рулем, что ли? Я, а что? Он тебя преследует. Кто? Ты сказал. Это... Забили. Ладно. Главное, я выпал с байка, а Рэй остался на байке, прикинули? Жесть. Так, подожди, нам направо потом? Ну, я жду тебя. Это ты там? Это ты проехал? Да, нам прямо же. Да-да-да, идите, я догоню. На гору ни хера не едет. Вообще не говори. Джеронимо! Нифига. Я чуть не сбил, точнее, я не сбил. Я видел. Так, куда? Налево, да, правильно видишь. Давай первый, тебе же быстро байк что-то там. Смотри, там новости снимают, машина стоит. А что такое Z, большая буква? Зоро. Зоро. Так, нам направо. На Эрон Дон Дон. И ты Гандон. Да. Вот такая песня. Вау! Вау! Я пролетел, а ты как? А Рэй опять живой, слушай, как я убиваюсь, а вот Рэй все время остается на байке, там такой камикадзе стал. Он, наверное, приклеился. Крутая статуя. Даже могу выехать. На горе стоит статуя, у статуи нету... Статуи. Ты не порти мой рассказ, у статуи нету глаз. Так, нам сюда. А, подожди, не туда, я не по тому чекпоинту еду. В другую сторону. Вон там тачка неплохая стояла. Будем зарабатывать бабусы. Будем так сыть. О, блин, слушай, мы вообще не туда. Вот нам туда. Вот сюда нам. Вот здесь вообще рядом. Вот он, таксопарк. Вот он. Здесь NPC должен стоять. О, нету. А тогда стоял. Точно его проверить? Точно, да. Вот он, таксопарк. Вон там таксишек, знаешь, как стоит. Так, погнали. Как устроиться? Давай устроимся на работу. Начать, закончить рабочий день. Ты же нажал, начать... Вы не работаете, устроиться... А, вот устроиться на работу. Все. И начать, закончить рабочий день. Вы получили ключи и документы от данного из рабочих транспорта. Он стоит на парковке. Ну что, пойдем? Управление трафиком в жопу. Ты взял, да, работу, все? Ты прочитал, что нужно нажать? Че? Ну там надо было какие-то команды нажимать. Да какая разница? Лок. Лох. А ты где, кстати? А, вот, машину взламываете. Чё? Подожди. У меня нет ключей, а от чего у меня есть? А, вон она, сука, горит. Вон та моя тачка. Тут прям подожди. Так даже. Личное авто, рабочее место. Лок тут 4? Никакую хочешь берешь, причем. Подожди, у тебя она красным горит. Понял. Это можно сразу сесть, можно, да? Да. А тариф как ставить? А я без понятия. Давай посмотрим.
Вон, посмотри игровое... А, вот, подожди. Чё-то непонятно. Вот жопу надо набрать. Игровое меню команды сервера. Жопу, я посмотрю, жоп. Вот, включи счётчик, смотри, измени тариф. Вот, я нашел. И чё? Чё не изменился тариф-то? Жопа, я сказал. Включи счётчик. А вот, стоимость проезда... Цену, 10 баксов. А там за сколько указано? Сколько, блин? Цену за проезд... Там что, надо джоб писать? 450. Да, включить джоб, счетчик. Там что-то такое, надо мутить. Стоимость проезда. От 3 до 10, чё? Это за вызов, по-моему. 300. Отсоси у трактори... А, подожди. Мне такой сейчас админ написал. Я поступал в соответствующий устав, я думал, вы фейки. А как, подожди, включить счетчик? Измени тариф. Цену за проезд 10, цену за проезд 500. Хер поймешь, сколько там за проезд, короче. Сейчас. Надо, короче, ставить, изменить тариф и десяточку. А, стоимость проезда от 10 до 500 долларов. А, у меня 500 написало, все нормально, поехали. Написала? Да, у тебя тоже написано 500 на твоем, я видел. Где? У тебя я не видел, что было написано, я у себя не вижу, ты где? Я тебя уехал, вижу, да? Я вижу. А, вот, теперь вижу, да. Нам сюда? Я не знаю, да хоть куда нам должны вызвать. Поехали побомбим. Я не пикнул, открыл, прикольно. Ну да, это так это тут и работает. Давай бомбить вместе. Поехали попробуем покрасить, ой. Спасибо. Тачки можно красить, тюнить, они дешево стоят в тюнинге. Ты уверен, что можно тетить? Да, должно быть. Так подожди, мне надо вспомнить, где. Где-то вот здесь. Слайдер, да. Подожди, куда ты поехал? Пойдем, около нашего дома вот этот тюнинг, он должен работать с этими тачками. Я всегда там тюнил. Ну давай, там же, по-моему, репейр. Не-не-не, там тюнинг. Там не именно СТОшка, а тюнинг. СТО дорого. Так. Что-то нихай не хочет. Там где клён шумит. Там варпач едет. О, да, вот, тюнинг. Тюнинг тайм. Эрон-дон-дон-дон. Перекрашусь, я починюсь заодно. Он не перекрасил, но зато починил. 1500? Вы шутите, что ли? Нет. Сейчас, я уже почти сделал. Дрым-бум-бум. А где Рэй? Он у тебя в машине? Он сидел. Больше не сидит. Больше не сидит. Он сидел, рецидивист, блин. Так, а как тюнить? Блин, классно выглядит. А мышкой нельзя тюнить, что ли? Нет, там F назад, и Е, по-моему. Я нажал изменить цвет, она мне не поменяла нихера, что за фиг. Ты что-то... Ты у меня долбишься в это, во въезд. Это нормально? А чего я не могу поменять цвет? Чё, надо на Shift нажимать. А, на Shift? Да. Ты сказал бы, хоть я не знаю. Но я вот вспоминал. Shift, так, тюнинг, чё, цвет автомобиля. Как менять цвет? Просто нажать цвет и все. А, вот, выбрать можно. А какой цвет? У тебя розовый, что ли? Не знаю. Розовый, у тебя был розовый цвет. А, ну у меня-то розовый, да. Розовое такси. Подвези, да. А мне какой брать? Желтый какой-нибудь возьми, яркий цвет. А, ну такси так желтый. Желтый возьми. Красный какой-нибудь. Зеленый возьми, блин. Ладно, давай красный. Красное такси. Такси смерти. Шифтом, да? Зеленый, знаешь. О-о-о. Коля в зеленоглазом, блин, такси. Что за что такое 1500? Ну, 1500 стоит. Херс. Прокачиваю. Так я вот нажал, оно не прокачалось. Подожди, вы уверены, что хотите приобрести данную деталь? Так, хорошо. Нитро надо купить, да? Да, я нитро еще купил. Я цвет и нитро. Двойная труба надо. И нитро. Эрон-дон-дон-дон. Гидравлику. Да, и гидравлику. Так как выйти просто выход? А, на Е. Чуть не поменялось. О, цвет. Красенький. А как гидравлика? На, а как пиликать? А у меня на капслок. А, да.
Ну, у тебя я еще и пиликаю, и это, да, а у тебя ты не пиликаешь. Да. Только много не делай, а то за читерство могут выгнать. А, понятно. Ну, поехали тогда. Поехали. Гаста такси. Поехали побомбим. Побомбим. А, приступил вызов, подожди. Где, 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 где? Жопу возьметесь? А как брать из выставки? Кто возьмет? А как брать, значит? Жопа... Ох, хер знает. Подожди, Y, игровое меню. Не через Y. Поступил вызов из Лос-Анджелеса. Кто возьмет? Я, напиши. Я не знаю, как. Я приму. И что? Нет, видишь, не прокатило. Должно прокатить. О, Рэй. Рэй знает точно. Я только что посмотрел, там, короче, типа, я приму, я возьму. Ой, не то нажал. Так, надо, подожди, надо Рэй спросить. Команды сервера, работы. Так, ключевые слова для принятия вызов. Я приму, я возьму, принял, взял, взяла, приняла. А, R принял, смотри, вот. Кто быстрее, перепочил я? Черт! А чё, слушай, почему он тут? Ладно. Это Рэй Skyline называл, что ли? Да, он тут. Ну все, поехали, ты там принял. Он говорит, убери тариф. Хера, поедем по такому тарифу. Ты обанкротишь пацана. Отдал вам 500 баксов. А тебе добавилось 500 баксов? Да, не знаю, нет, вроде, не знаю. Я еще не довез, ман. А как нитр включается? На колесиком. Ой, не на колесико, на левую кнопку мыши. Что-то я туплю. Ну, левое колесико мыши. На левое же. А, на левое. Левая кнопка мыши, ёп. Как это левая кнопка мыши? Может, но правая? Левая. Левая — это фары. Ну, и она включает тебе этот. Значит, почему-то не поставился. Но ты уже нажимал, значит. Ну, где твой там, давай, клиент, вы где? Я поступал в соответствии с уставом, и я думал, вы фейки. А, это Том Клэнси. Ну, так где-то клиент, поехали, клиент отправим. Так это вот этот клиент, Рэй Скайлайн. Да ладно, это да, он? Да, у меня к нему показало. А он рядом стоял, вот именно, what the fuck, типа. Да не может быть, это он. Ну это он бы, о, терки, вон там какие-то. Вон. Мы эти банда таксистов, да? Чё-то тут взрывается все. Это я слышал. Эй, кто меня стреляет? Стреляют? А, мне стреляют только что. Сзади там стреляют. Он стой. Азотик! Нифига, догнать не могу его, прикинь. Потому что ограничение скорости стояло. Сота, Миннесота. Ну, ты куда поехал? Да, что с ним делать? Ага. Поехали к банде, мы там вполне стреляли. Поехали. Что-то какая-то непонятка. У тебя же пушки есть? Да. Что вы хоть бы стреляем? Нахер. Можем вообще по стелсу. Вниз направо. Правильно, да. Так банда вон она, слева от нас. Не, на карте же видно. Вижу, зеленый чувак в зеленой машине. Вот он там, они по ним по мне стреляли. Это что было? Такой. Не знаю, не я. Странный звук. О, по мне стреляй, давай, инкассив, дави. Говно. О, отъезжай. Поздно. Такси взорвалось. What the fuck? Мой мотик там еще стоит. Рэй Скайлайн у меня, прикинь, лежит мертвый. Ваша зарплата перечислена на чековую книжку. Хера себе, 500 баксов заработал. Красавчики. Так. Аж панель, ты говорил, набирай, да, чтобы мотоцикл вызвать? Да, только надо дома. Я понял, я дома, меня почему-то домой кинуло, не знаю почему. Так. Давай. О, у меня байк покрасился в желтый. Сам. Чё прикол какие-то? Лог 2 открыть. Так, вы где? Так, ты в больнице? Нет, я меня кинул домой, но я приеду, можем в больнице. Ну, я сейчас приеду домой.
Ты я пока больницу недалеко. Окей. У больницы встречаемся, да? Хорошо, все. Да, мы уже у больницы, считай. Я тоже подъехал. У меня желтый байк стал почему-то. Желтый? Угу. Сейчас видишь, поедешь. Я же приехал. Ну вот и мы. Ты да, реально желтый. Тоже желтый, я же не глючу. Да, не глючит. Все норм. Вот так она ездит на байках. Ну что, бомбишь или не бомбишь ты там? Да ничего не бомблю, ничего не было. Не бомбиться. Но. Так, а это... Поехали, вот здесь, возьми тачку. В смысле? А, слушай, я предлагаю... Или садись с... ко мне. Может, пойдем на BMX и попрыгаем по крыше на BMX? Мне так понравилось. Думаешь, у нас получится? Так, да, да. Ну, знать... садись или поехали. Поехали. А знаешь, где находится BMX, где можно купить? На аренду, респауне там должны быть. Пойдем возьми, я хочу попрыгать по домам на BMX. По-моему, прикольно должно быть. А у нас получится? Ну, не знаю, блин. Мы же там прыгали, помнишь, по домам? Ну, давай попробуем. По домам, по домам, по... Как в ПМ пишут, блин? А, ну, там пишешь ПМ, пробел, ID, пробел, что нужно. Так, тут... Так, вот один. А ну, поехали, посмотрим сразу два. Здесь это были? Где? Дальше, дальше. Не-не-не-не-не. О! Можно своровать. Чувак, давай мы тебе машину, ты нам BMX. Так, о, если куда он летит, в аренду, прикинь. Где он? Это он убегает от тебя? Он летел. Ты сможешь? Бери тот BMX. А ты сможешь своровать этот, подожди? Кого? А ты своровал у него BMX уже? Да. Поехали, возьму, я тот возьму. Дрин-дин-дин. У меня отчет идет такой. А он психанул, чувак, тут. А это не он, не другой. О, все, поехали на BMX. Надо пушку убрать, то слишком грозно. А я не могу пушку убрать. Так уж извините. Попрыгали по домам, там где-то есть классный. Ну поехали, поехали. Там вот маленькие дома, которые нам вот туда прям. О-о-о! Ты что делаешь? Извините. О, полицейские! Где-где-где-где? Полицейские! Я сваливаю. Вон, у меня уже пушка. А у меня же пушка, я что, я парюсь? У меня счет такой. Надо, знаешь, это, пойдем вон туда встанем и возьмем глушитель и будем по ним стрелять. А давай перепрыгнем вот сюда, вот сюда вот. Да, давай вон туда наверх поднимемся. А, блин, а тут нельзя? Пойдем вон в 24 заедем, купим маски и лутанем их. Нас не будет видно на карте, мы сзади обойдем их и просто серьезно? Сверху будем стрелять. Да, давай. Да. Где маски? 24 вот здесь вот должен быть магазин. 24, блин, круглосуточный что ли? Ну, типа того. Ну, называется 24. Вот здесь вот прям. Ну да, нифига ты прыгун. Да, здесь вот есть вроде магазин. Да, а вот ты где? Подожди, вот он, вот он. А, я тебя не зову, я тебя... А, вот ты. Да, на карте. А, вон, блин. А где, как велик угонит? Да никто не угонит. Подожди, ты как, с какой стороны стоишь, вопрос? А, во, у меня же есть маска, чё я туплю? А, не. Или да, не. А, ты, может быть, не сможешь надеть на костюм, если такая фигня, ты, типа такая фигня. What the fuck? Ну что, купил маску? Маска. Купить. Я не могу купить. Я тоже не могу купить. Она не появляется. Такая шивня. Забили, короче. Поехали, вон там другой магазин есть рядом. Еще один есть? Ну тут вот сбоку еще один магазин. Только я не знаю, чей. Ну давай попробуем. Ну тут есть. Ну, Рэй! Он просто взял у меня байк, своровал и напиши, уехал. Напиши, чтобы велик отдал. А это вообще не магазин, это какая-то шняга. Так, ну что, погнали? Хер погнали. Там а вон еще на конце что-то есть. Конце концов! Фух. А вон еще велик есть, пускай берет. Во-во-во-во-во. 24 на 7. Ну, будь реальным. Купить можно? Или опять та же шняга? Сейчас скажу. Нельзя. А какого черта? Ну почему нельзя купить? Специально.
А видишь, чувака забанили по причине того, что он не отыгрывал. Пойдем так, рейданем их. Да, конечно, так, что это боец-то? Нафига чего бояться, там 3 мента. А мы стрелять не умеем. Один из них АФК, другой там еще где-то. Ай, 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 ай. Главное без палева подкрасться. Ты помнишь где? Да. Это вот здесь было? Нет, куда-то вообще уехал. Где-то здесь. На карте большие мосты такие. Нашел мэрию. Около мэрии. Да, около мэрии, вот он. Ага. Я тут на заборе висю. Мы давай, стоим по стелсу, давай, я тебя жду. В смысле? А, вот, там... езжай к стене. Направо? Вот он, я прям за колонной. Видишь меня? Так надо запрыгивать, что ты. Ну, подожди, не, нам надо это, прокрасться вон туда до лесенки, и все, и там фильм. Тихо, давай, чш. Так, так вот. А тут темно, не видно, нормально. Окей. Давай вниз, смотри, пойдем. Там же байки сад крутые. Пойдем сюда, не, нам надо наверх. Смотри, какие-то черные машины крутые. Какой наверх, подожди, наверх? Да. А где ты? Я тут с Рэем. Подожди, наверх. Вот как выходишь из гаража, не направо. Вижу. И вот туда давай. Еще наверх? Ага, самый-самый верх. Давай. Вот так вот. Полицейский, давай его скинем, Кого, Рэя? Вертолёт. Давай. Не бей, ты привлекаешь шум. Так он надо так вот, как... Давай я сяду, ты толкай. Не, надо бить, тогда скинуть можно. Не шумите, ёпта. Ну давай, Рэй, садись, кто им садитесь? Не, надо наоборот не садиться. А кто тут пришел? Какой-то нигер пришел. Где? Вот. Где? Слева. А, натуре. Валяй за смех, давай толкай. А, чуть не улетел. Давай толкай, ёба. Толкай. О, пошел. Все, толкай, давай. Сейчас получше, чуть-чуть осталось. Ну, ёба, чуть-чуть. Дёргай. На. Не бей, ну громко. Громко, вот почти. Чувак, сейчас просто чувак стоит, а там смеха. Вертолет падает, прикинь. Все, он почти упал, давай. Писечка, давай. Прям на пипец, чуть-чуть осталось, мы просто перевернули его. Не, давай, толкай. Давай. Почти, он уже взял. Он прям вообще, он уже упал, только сами не упадите, вовремя нажмите. Ой, ушел. Тихо, они запалили, бежим. Ой. Просто два винта такие стоят, смотрят, типа, чё за херня? Давай второй толкать. Нигер, толкай. Да, нигер, это мы хер столкнем. Если чё, убегаем. Ты не бей его, это на админа похож какой-то чувак. Давай толкайте, ёпа. А чё полиция смотрит, что-то? Чё происходит? Они вообще не в понятках, они там сами угорают. А, Рэй, смотрите, забанили. Кого? Рэй, Скайлайн? И меня тоже, в тюрьму. А, меня в тюрьму. Так, слушай. Чувак. Какого хера? За что их? Где, подожди, где он? Мы в тюрьме находимся. Я знаю. Мы снимаем. Такой эпик прервал, Франки Бустед. Вита Корлеона. Слушай, здесь много в тюрьме чуваков. О май гад. Вау, вы пушки всех, что ли? На, я всех убью тут. Что происходит? Какая-то банда. Черепа кости нарисовано. На, я тебя добью. На. Интересно, если я ему напишу, проканает? О, меня вытащили. Вы отсидели срок. Подожди, мне написали, что я отсидел срок.